не так просто, как кажется. Меня зовут Иван, но имя мое вам ни о чем не скажет, потому как в социальных кругах, вернее, в кругах социальных сетей и прочего меня все знают как Тони Хансен. Ну, это такая, творческий псевдоним, не более того. Ну, попросту говоря, понты обыкновенные. Эта камера мне досталась по счастливой случайности от моего коллеги и партнера, с которым мы когда-то работали вместе, Дмитрия Новака. Вот. А я никак не могу ему ее на самом деле довести. То есть я так с ней хожу, я с ней на самом деле настолько сроднился, что скажу вам по секрету, и отдавать мне ее не особо хочется. К пленке я пришел чисто случайно. Я вообще шел не к пленке, а к Александру Павлову в фотоплей. Но он оказался тем проводником, который привел меня на фотографию. Ну, то есть он каким-то образом подкинул мне идею и, может быть, даже чем-то простимулировал отказаться на какой-то период времени от цифры и начать снимать на пленку. Ну, а сейчас я на цифру вообще ничего не снимаю, даже на телефон редко что-то снимаю. Да и я вообще не вижу смысла иметь какую-то коллекцию камер, если у тебя есть камера, которая тебе нравится, с которой ты сроднился, то зачем искать для себя что-то новое или лучшее? То есть искать можно постоянно, но имеет ли смысл тратить на это время? Я не вижу смысла в погоне за различными вариантами для съемки, потому как это, ну, своего рода определенное ограничение, которое работает, как правило, только на пользу. У тебя есть один объектив, и ты знаешь, на что он способен, с какого расстояния ты можешь снять то, что ты хочешь. То есть это заставляет тебя либо подходить ближе, либо уходить дальше. Но ты всегда знаешь, что ты делаешь. У тебя нету костылей в виде технических моментов каких-то, чтобы добиться результата. Единственные твои костыли – это ты, твои ноги, твои глаза. В основном я снимаю на ЧБ-пленку. Ну, я бы не назвал любимый. Я могу сказать, что есть пленка, которая дает всегда для меня лично 100% гарантированный результат. Это Kodak кинопленка либо 52-22, либо 52-31, которая досталась нам с моим другом вот абсолютно недавно. А в целом, ну, я могу к этому добавить еще то, что как таковая пленка-то на самом деле для меня тоже не играет существенной разницы, потому что не далее как вчера я вообще снимал на Astrum 400, и судя по негативам, которые я видел после проявки, я доволен абсолютно результатом. То есть пленка – это тоже такой, мне кажется, второстепенный момент. Важнее, как и что ты снял. А на что ты снял, на какую пленку и на какой аппарат – это уже второстепенно. Снимаю, ну, ролик в день точно, иногда два, в зависимости от того, в какой гуще событий ты оказался. А процент выхода, он всегда тоже стабилен и всегда, даже можно сказать, предсказуем для меня. Он меня устраивает. Это 6-7 кадров с одной пленки из 36. Там жесточайший какой-то отбор может пройти одна или вообще ни одной с пленки. Вдохновление, оно всегда непредсказуемо для меня лично. Я не могу сказать, что я вдохновляюсь чем-то одним, и я не могу сказать, что я вдохновляюсь чем-то в целом. Вдохновление, оно может прийти, когда ты идешь по улице и видишь красивую девушку, например, или красивый свет где-нибудь, какой-нибудь подворотне, или, опять возвращаясь к вчерашней поездке, в которой мы снимали, вдохновение пришло в момент приготовления шашлыка на берегу Оки, потому как мы не могли найти нигде вкусный шашлык, ни в одном из заведений города,
и решили, что лучшим способом будет приготовить его самим. И вот именно ощущение вот этого момента, оно вдохновило тебя на последующий прекрасный день. Как бы странно это ни звучало, но, наверное, ты прав, что желание делать фотографии, неважно, хорошие или плохие, но именно само желание гнаться за чем-то недостижимым, оно как раз продиктовано, наверное, малым наличием чего-то визуально красивого, эстетически красивого вокруг. То есть это, безусловно, есть, но этого мало, и хочется, наверное, просто хочется создать что-то самому. Наверное, это главный такой мотиватор. То есть ты идешь, и ощущение самого процесса, оно также доставляет тебе удовольствие, как тот же самый шашлык на берегу. Фотография – это такая же часть жизни, неотъемлемая. Я не разделяю фотографию на жанры. Я всегда снимаю то, что мне нравится, то, что цепляет мой взгляд. И очень долгое время я снимал, например, только на ЧБ. Но последние недели две, наверное, я как-то очень жестко подсел на цвет, на цветную пленку. Но это совсем другая история. То есть черно-белая фотография, она всегда передает эмоцию. И для меня, наверное, эмоциональная составляющая какая-то или составляющая показа какой-то определенной истории действия в кадре, она, наверное, наиболее важна. То есть там геометрия, какие-то вот правила там. Для меня не важны абсолютно. Фотография может быть какой угодно, главное, чтобы на ней что-то происходило. А цветная фотография – это немножко другая история. Это скорее какие-то красивые цветовые решения, цветовые моменты, которые сама жизнь где-то рождает вокруг тебя. И ты, когда снимаешь на цвет, ты именно настроен… Ты как охотник. Ты ходишь и ищешь то, что выцепит твой взгляд среди серой массы людей либо зданий, которые тебя окружают. Поэтому я не могу сказать, что есть что-то одно, что мне нравится, есть какие-то конкретные жанры, в которых я снимаю. Нет, я снимаю всегда то, что мне интересно. Я желаю тем, кто встает на путь фотографии, неважно, цифровой или пленочный, очень правильно и четко выстраивать маяки на своем пути, потому как очень легко скатиться до определенного мейнстрима, удариться в то, что модно и востребовано сейчас, но при этом пропустить то, что есть внутри тебя, и то, что тебе хочется самому в первую очередь. Поэтому развиваться, я думаю, нужно всем и всегда, и в любом направлении. Важно не зацикливаться на чем-то одном.